Ляг, ты поспи хоть час. Свихнешься ты так, слышишь? Я свихнусь. Правда, я свихнусь. Так у меня уже галлюцинации. Волосы даже болят. Вся кора головы. А мозг воспаленный, как уголь в печке. Я не могу. Где он? Что с ним? Ведь мы ничего не знаем. И я ничего не знаю. А мы всегда знали каждый шаг. Он уезжал, был солнечный день. Он думает, что так все и осталось. А ничего нет. Ни нас, ни нашего дома, ничего. Вдруг ты вернешься, а нас нет. Господи, что мне с тобой делать? Катя! Мы едем и едем уже 2 недели. А он даже не знает, что нас эвакуировали, увезли. Я боюсь, спать не могу. Что не сон, да кошмар. Вдруг мне приснится какой-нибудь ужас про него. Нет, он жив, жив, я знаю. Правда же, солнышко мое, если бы что-то случилось, я бы почувствовала. Ты бы позвал меня за собой. Просто ты на войне, ты воюешь. Ты же у меня самый смелый, самый умный. Ты всегда был настоящим мужчиной. Помнишь, вся наша любовь словно в самые первые дни, когда мы бывали особенно счастливы. Мы всегда говорили с тобой, что так не хочется умирать. Помнишь, прошло уже 2 месяца и 6 дней. Вот как смешно, правда? А бывало, ты с работы опаздывал на час или не звонил, и я уже места себе не находила. Смешно, правда? Кать, утро уже. Господи, что же так страшно? Нет, я смерти не боюсь. Жить страшно. Господи, за что это нам? Ложись, я тебе говорю. Слышишь? Куда мне еще болезни? Да не слушай ты, это когда
клавиш, но начинается. И еще что-то снилось. А мне каждую ночь метро снится. Станция Маяковская. Светло, красиво. А я спускаюсь, спускаюсь по эскалатору. Все не к добру, все. Да ладно тебе каркать. Да хоть рай приснися, а очнешься, все в грязи. И вагон по рельсам чух-чух-чух-чух. Обождите. Чтобы пани нашего убила! Ай, батюшки, чую, убила! Тише! Если убила, то что ты ей знаешь? Живой? Живой, живой, не сомневайся! Худо мне, сынок! Сердце вот тут! Худо мне! Да тебе всегда худо! Вот, Сань, что шамать-то будем? Шамать-то охота! Обожди! Тьфу! Обожди! Не, брошу я вас. Галина Дмитриевна, сколько вы там проехали-то? Проехали? Стоим, я всю ночь стояли. Тут или путь того нет, не то что. Сколько, Галина Дмитриевна? Мало. Теперь ножик куда-то. Кто ножик мой брал? Сколь не сколь, а мог делать чего там. Ой, Фомочка, проснулась, деточка. Поздняя осень.
все грачи улетели. Одно горе кругом.
Ребята, по дрова! Вон, там, кажется, ображек, может, вода есть. Ну ты что, бабай, может, хоть по воду сходим? Давай, давай, разденься. Осторожней, может, недолго простоим. Да нет, сами теперь наполнят. Не разбредаться. Ну так-то едем спасаться. Высыпали, как горох. Нога ты моя, нога. Что ж ты, нога, поправляться-то будешь или нет? Стоп! Кто такой? Документы. Немой? Глухонемой? Глухонемой. Знаем мы таких глухонемой. Шпион на шпионе. Недавно тип один надел коровье чучелу и ходил всех фотографировал. Документы, документы. Нету? Документы. Нету документов? Ладно, довезем до станции, там разберемся. Коллега. О, вон он, Карлыч, бежит. Карлыч, сюда. Сюда. Вон пациент. Вон пациент. Я пошел. Здрасте, здрасте. Здрасте, а? Все дело в великом противостоянии Маркса. А я говорил. А это что? Доктор, это был Глухонемой. Что с ногой? Ай-яй-яй, какая грязь. Перевязочку надо. Фёдор Карлович! Фёдор Карлович! Здравствуйте, Фёдор Карлович! Как вы? Ничего, ничего. Спасибо, я сейчас. А вы как, голубушка? Да улыбнёмся. Нельзя ж так. Такая молодая, интересная женщина. Я вот скоро ремень надо взять на ремень эту интересную женщину. Я совсем уже не понимаю, что с ней делать. Она совсем без него не может. Вот вам война и мир. Мир и война. Да-да, я понимаю. Доктор, а вы меня не посмотрите? Что-то я совсем. Да-да, конечно. Как нога ваша? Да. Не растираю вообще. Давайте знакомиться, девчата, привет! Девчата, привет вам с большой земли! Борис Николаевич, доставай баян, петь играть будем! Высокий
чудак. Что ж он так смотрел на меня? Я уж такая страшная стала. Чудак, вот так ты на меня смотрел, когда Ника родился. В то первое лето ты отправил нас на дачу, а сам редко приезжал. И я ходила тебя встречать каждый вечер к парому. И там что-то случилось с ним, и ты пошел по грудь в воде. Вот так смотрел, шел и смотрел. Два часа рядом простояли. А как родные? Родные есть. А молоденькие-то? Умницы, все ученые. Эх, вот они, рзацы наши. Великое противостояние. А? Да-да, великое. Какая сила войск. Вы видели? Замечательно. А? Перевязочку вот обещали. Да-да, руки не доходят. Или скорее ноги. Я приду, приду непременно. Там восьмому ребенок. Глоточек, доктор? Нет-нет, благодарствуйте, не пью. Не ем. Все время жую какую-то капусту. Извините. А это, знаешь, где у меня была? Помнишь, летом зеленый джаз Утесова выступал? Тогда пошел дождь, а все равно остались, все смеялись. Еще я в нем была на день рождения у Майки. Мы тогда остались ночевать в Большеве. Катя, возьми вот кофточку еще. Ири, она мала, а Люся велика еще. Может, чего-нибудь дадут за нее. И если книги увидишь, то бери. А то я совсем страдаю без книжек. А у Ивы только технические. Ты еще дергал всегда за этот бантик. И говорил, ах ты мой бантик. А лейтенант, а Катя, лейтенант, прям глаз с тебя не сводил. Ну-ну. Господи, что мне с тобой делать? Молодая, умная, неужели не понимаешь? Ну, савишь непростительно, лени. Ну, а ты еще хуже делаешь, поверь. И себе, и всем. Нельзя так. Я все понимаю, но не могу. Ты же себе хуже делаешь, и ему. Он там на фронте уверен должен быть, спокоен. А ты какая-то деморализованная. Разве нам можно быть деморализованными? Ты бы ему еще на фронт написала. Приезжай, а то умру без тебя. Война идет, Катя, война. Когда человеку хорошо, он радуется. А когда плохо, борется. А ты совсем руки опустила. Но мы тебе не дадим их опустить. Учти. О, подруга, стой. Глянь, кто это? Цыганка, походу. Цыганы молдаваны, береги карманы. Не молдаванка, золотая моя, а сербиянка, цыганка сербиянка. Смотрю на тебя, все вижу, все знаю. А ты правду говори. Глаза мне смотри, веселая моя, глаза. Глаза не вижу, не гадаю. Тебе погадаю. И мне погадаю, нет. И тебе погадаю, отчаянная. Всю правду скажу. Вот ты где учёрик, на ладони ты учёрик. Ну-ка, болят ноженьки учёры, стритосида у вас нет, а? Аспирина нету? Стой, белая моя, стой, золотая, всё скажу, не бойся. Я не боюсь, просто не хочу. Гадай, Маш, чего ты? А ты сколько берёшь-то? Ай, сиди, вчера всё скажет. Бабка моя, мать, прабабка, все гадалки были. Дочки мои гадалки, Шура младшая, ой, стало хорошо понимать. Тебя Маша зовут, сын у тебя есть, муж есть. Ой, Маша, все как есть говорит. Ой, а мне так хочется. Много ты людям добра сделала, ой, много. Что знаю, скажу, чего не знаю, чёра брать не будет. Чёра может плохо сделать, худо сделать, тебе не сделает. Глянь, кого увидеть хочешь? Врага своего, любимого своего? Ну, любимого давай. Потом я, насчёт Вани. Брехня, всё брехня. Мам, я тоже хочу. Сейчас я. А может, её сюда, в вагон, а? Тихо. Любимого увидишь, детей увидишь, внуков увидишь. Внуки твои, Мария, ой, счастливые будут, вижу. Ой, сербиянки, а
Они умеют, они понимающие. Матери моей еще помню, одна гадала. Брехня! Брехня! Любит он тебя, помнит, ревнует. Ой, ревнует. Но какая-то бьется там вокруг него, бьется. Но он о тебе думает. Я и побьюсь. Ничего красивого, ничего о ревности думать. О смерти не будешь думать. Сахариночки у вас нет зовут? Вагон, вагон, просим, там тоже хотят. Внуки какие-то, не поймешь ничего. Да, когда знают во имя чего.
Кажется, у Толстого где-то было написано: если в путешествии хочешь забыть себя, возьми с собой ребенка. Но не до бесконечности же! Ты кончится все! Разобьешь же мой твой Гитлера! Буду я жить! Чертяться не точно! Все, что захочу! Уж я так пусть! Ой, только бы выжить! Человек не червяк, его дело жить, а не выжить. А эти люди, они смеются. И по утрам они смеются, по вечерам они смеются. А что же делать? Они смеются. Господи, сколько горя вынесло! Какую жизнь наши люди заслужили? Ну чего вы, и пострашнее ведь бывало. Жить надо. А каково сейчас тем, кто остался? Кого зовут да расстреливают? Живой о живом думает. Да, да, Маша. Жить. Да, да, вот мы наш вагон. Мы же были совершенно чужие, незнакомые даже. А теперь, да, Ива? Я люблю куда больше, чем за всю свою жизнь. Вон, Гарвич раньше зайти боялся, а? Подожди, Лавра, а теперь все дети, как мои дети, все мы как сестры, даже больше, чем сестры, все мы как одна большая семья, правда же, правда? О, это стоило понять. Ну, конечно же, как родные. Вот у меня Лена ни на секунду из головы не уходит. Юрка. Да, правда, всегда все друг про дружку знаем. Одно полено и в печке не горит, а два и в поле не газу. Эти люди, они смеются. Теперь же все хорошо, правда. Вы меня простите. Просто я его очень люблю. Самое страшное в любви – разлука и неизвестность. Когда это все закончится, мы приедем в маленький город. Зима настанет. Я пойду работать. Печку станем топить. Будем сидеть около нее. Но главное – победить, чтобы не было больше такого. Кончится война. Тетя Галя сказала, аптечки нас. Ну тебя, Лавра! А правда, что будет после войны? О, после войны жизнь должна быть такая. Эх, как заживем. Да, назло всем жить будем. А давайте споем песни про победу. Давайте. Счастливые лица, день победы и нет ей цены. Низко-низко хочу поклониться ветеранам минувшей войны. Не однажды рискуя собой, сколько мужества сил было в вас. Под словечко простых я прикрою, вы в бою повторяю. Как войну самокрутку на крылечке седой ветеран. На землёй полоска тумана расцветает салют вдалеке. О, у старенького ветерана покатилась звезда по щеке. Столько павших боям за отчизну не обняли своих матерей. Yeah.
Сколько павших в боях за отчизну не обняли своих матерей, сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из конских лагерей. На сплетник.
все поймем. Добрый театр песни «Акцент». Вокал Елена Фадеева. Алена Екатерина Лаврова. Звукооператор Александр Башмаков. Художник по свету Никита Чупанов. Дети, я вам держусь.